Но начинаем с новостей из Сирии. Там погиб российский экипаж боевого вертолета. По сведениям Минобороны России, в пятницу летчики-инструкторы Рифагат Хабибулин и Евгений Долгин в провинции Хомс совершали обкатку с боекомплектом сирийского Ми-25. Под таким индексом на экспорт поставлялись известные у нас Ми-24. В это время крупный отряд запрещенной в России группировки ИГИЛ прорвал оборону армии Сирии к востоку от Пальмиры. Сдержать наступление террористов на этом направлении было нечем у сирийского командования. Оно просила огневую поддержку у экипажа вертолета. Командир принял решение атаковать. Наступление боевиков было сорвано. При развороте на обратный курс вертолет, у которого закончился боекомплект, был подбит с земли террористами и упал в районе подконтрольной сирийской армии, сообщили в Минобороны. Посмертно российские военные летчики представлены к высоким государственным наградам.